Здравствуйте, Стас. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, установлен на мой тестовый объектив. Вот примерно таким же образом на скотч вы посадите на ваш коленар 5N. Сейчас я проверю одуванчик в моей камере. Вот смотрите, я запрограммировал фокус на расстояние 100 мм и диафрагма 2,8 до 45. Почему до 45, вы посмотрите в таблице поправок. Вот. И если вам это не понравится, работать с таблицей поправок, вы всегда сможете перепрограммировать до 22 и работать просто с экспокоррекцией. Вот смотрите, 100 миллиметров фокусное расстояние. Сейчас я наклею на одуванчик скотч в нужное место и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.